Здравствуйте, это канал Максимадзе, и я приветствую вас на нашем очередном выпуске модов на игру «Как достать соседа». Возможно, вы заметили, что я такой вот сегодня более контрастный, что ли. А все потому, что я записываю этот ролик вечером. Вечером 14 июня еще. А выпуск выходит 15-го, то есть ровно в середине месяца, как обычно, и должны выходить выпуски по модам на «Как достать соседа». Но дело в том, что завтра, 15-го, я не смогу записать видео, надо будет кое-куда съездить, поэтому я его записываю заранее. А завтра, если успею, то что-нибудь более простенькое запишу. В общем, и я контрастный такой, потому что темнее на улице стало, светит свет желтый у меня в комнате. Ну и лампа еще спереди у меня освещает. Такие вот дела, в общем, давайте. И первый мод я уже вижу, уже догадываюсь, что он будет полным говном. Потому что я уже увидел названия вот эти все, картинки вот эти все, и какая-то реально фигня, похоже, нас здесь ждет. Я даже не хочу это читать, если честно. Здесь ничего не поменяли. Первые шаги и нет, блин, последние шаги. Ладно, в общем, давайте посмотрим. Насколько же большое это у нас будет говно. Ну, какой-то фильтр здесь наложен. Может быть, негатив наложен здесь. Ну, хотя, или не негатив. Не знаю, что тут... Ну, не негатив, что-то немного другое, наверное. Вуди отсутствует, поэтому никакие команды не выполняются. И мы не можем никак пройти этот эпизод. Дальше больше. А, вот он. И это у нас не Вуди, это такая вот фигня. А, нет, а вот и Вуди, собственно говоря. А здесь наложено сепия, наверное. Эффект сепия наложен здесь у нас. Что это за трэш? Мне не ясно. В принципе, вот этот эффект CP выглядит довольно неплохо. Такое чувство, что так выглядит так, как будто мы в каком-то песчаном этом подземелье находимся. Пустынном. Что, уже кубок, что ли, сразу? Даже два сразу дали. Поехали. Нет, блин, уехали. Короче, поехали дальше. А, это слайм. Или подождите, что тут? А, слайм, да. А здесь еще какой-то другой эффект наложили. Что за фигня, я не понимаю. А здесь хата выглядит так, как будто... Как будто все обледенело, и внутри дома тоже все обледенело. Выглядит довольно интересно. Плюс один... Оценка, конечно, говномод, но плюс один балл за вот такое вот дадим. Собаки здесь нет. Но на самом деле она есть. Отведал силушки богатырской. Не понял. А где же сосед? Может, с главного меню перезапустить?
Что за странное перемещение, а? Давай, 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 иди уже быстрее, я уже задолбался ждать. Так, цыпочки, цыпочки, цыпочки. Так, звонят. Ну, минус, конечно же. Конечно же, минус. Конечно же, минус. Ладно, давайте идем дальше. Как до соседа 5 ватт? Какой-то, судя по всему, хардкорчик нас тут ждет. Птичка из Angry Birds, что ли? А, не-не-не, какой это Angry Birds? Блин, я просто сначала подумал, что это клюв. Это, короче, рожа Вуди, просто вот с этим плащом таким сверху. Ой, блин, птичка из Angry Birds. Ну, вот это вот же картинка, собственно. Елена Сергеева нарисовала. Она и бывшая художница Social Media Life Production. Я помню, шарился у них в группе ВКонтакте, она часто там какие-то арты рисовала. Сейчас ее уже там нету давно. Фон, короче, из трейлера игры, ну и этого вступительного ролика, когда соседа. Ладно, короче, давайте смотреть, что это у нас такое. Так, первые шаги. А что я читаю? Тут то же самое все. Ладно, давайте смотреть, что тут. Не уверен, но посмотрим. Конечно, не пройду. Он еще и сгорел. Какой мрачный звук. Довольно красивый фон, кстати. Разве что свиток, правда, можно было бы чуть-чуть повыше поставить. И этот... Вот эта вот надпись. Она... То, что она на такой вот картинке. Не очень красивая. И картинка чуть-чуть правее надо было поставить, чтобы посередине ровно было. Сосед читает молитву сатаны. Во, вот здесь уже, собственно, описание поменяли. Нажми на кнопку ТВ, и Вуди сам туда пойдет. Видно, что у соседа жутковатый дом. Исключение только подтверждает правило. Может быть, он просто затаился и что-то высматривает. Вуди это не по душе. Придется уходить отсюда, пока не поздно. Давайте попробуем. You will die, mortal. О, господи, что это за камни такие? Что это за стрелка? Туда нельзя. А это... Как туда? А, можно. А почему я не мог нажать на ту дверь? Эй, эй, эй! О, повезло. Почему я не могу на дверь нажать? Что за фигня? Да блин, ну туда не можешь, что ли? Да ты типа страница из книги, наверное. Ну как я попал? А как я должен попасть туда, извините меня? Я ж туда не попаду никак. Ладно, в общем. А, ну давайте, ладно, посмотрим, что будет, если он нас поймает. И в любом случае надо туда попасть как-то. Опа. А, секундочку, я же это.
Понятно, эта дверь ведет и туда, в общем. Ладно, ладно, давайте тогда перепройдем. Попробуем. Тогда попробуем, давайте. Тут все неоднозначно, тут все запутано. А, я забыл, что нельзя в ванну, да. Да. Что-то долго с телеком. О, с микроволновкой задержала его, отлично. И не бугуртит. И вообще звуков даже никаких нету. Что, в принципе, хотя бы успокаивает. Никаких отвратительных вот этих звуков. Ужаснейших звуков нету. Ты счастливый засрание, дальше не влезла. Короче. Банный день. Тут сложно что-то прочитать, но давайте попробуем. Ну что, Вуди, ты еще живой? Почему сосед не может тебя сжечь, чтобы ты не смог это пройти, раз мы смогли? А тут уже плохо видно. На заброшке не значит, что нужно... сбежать. Ну что, Вуди, ты еще жив? Почему сосед не может? А тут дальше уже пошло. Заново. Так уже быть, ты можешь брать несколько вещей из комода, нажимая на него несколько раз. Ладно, хорошо, давайте посмотрим. Ну, в принципе, что-то в моде есть. Да, не такой уж и плохой мод. Еще один Вуди, оказывается, у нас есть. А, можно брать несколько раз. Нет, нельзя. Нас обманули. А, стоп. Нам туда нельзя сейчас. Отлично, я успел. А шарики потом заложим. Я даже бумагу взять не успел. А, вот где фломастер лежал, а. Как-то очень нелогично, не так ли? Ну, мы еще один такой просто нарисовали, там и все. А, это, кстати, кусок Вади из «Когда соседа 3». Ну, его рожа закрыта черным цветом.
Так, ну не засчитали, что он пройденный все равно. Проиграй, ты не пройдешь это. Никаких подсказок, ты не должен выжить. Так как я словил вас за брошки твоих друзей, Вуди, я уже убил, остался ты. Ну что, давай, заходи, чтобы умереть. Ну, ладно, посмотрим. Это, ну, это забор... Это он за... Ой. Что это так? Что это за хрень была сейчас? Короче, как... Короче, какая-то фигня сейчас глюкнула. Я рисовал что-то. А, и тут животные просыпаются, даже когда ходишь на цыпочках. Не радует это, собственно. Ой-ой, беда. Стой! Ну иди ты, недоумок. А, нет, не просыпаются. Это пес что-то проснулся в тот момент, не знаю чего. Ой, блин, в это аж играть противно, если честно. Ладно, давайте. Давайте другой уровень. Это не пирог. Нужно выбираться отсюда. Сосед убивает людей, пальчики оближешь. От чего пальчики оближешь? Откроешь, что ли? Он ест пирог человеческого мяса. Нужно скорее выбраться отсюда, пока не поздно. Но если ты как следует... Но если как следует приспичит, забудешь даже про человеческий пирог. И сосед с стремглав мучится в ванну. Вводит только остается ловить момент. Должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Die, а, похоже, действительно. Цель отсюда вылезти. А как я должен отсюда выбраться? Сейчас надо разобраться. И вообще, где пирог находится этот? Ну, это невозможно. А, тут еще веревка для повешения висит. Ладно, этот уровень тоже пропускаем. А тут даже название выходит за рамки. Ну, попробуем, посмотрим. В аду после чего-то там я уже не вижу, что там написано. Надо, лучше бы не играли. Сосед решил поиграть в неудобном месте. Будет это не пойдет. Пробуй за исключением тех случаев, когда мяч попадает в его окно. You will die, mortal. Интересно. Да, ёшкин кот. Ну, как я... Что я тут должен был сделать? You will die, mortal. А, ну, можно тут скрыться. Что-то сильно быстро он отсюда и до сюда добежал. А, он там оказывается сразу. А, тут есть другая дверь. Хе-хе-хе.
Куда? А. Хардкорчик есть, да. А, это я уже делал. Да, я же не успею. Да все, ну и ну, короче, вот эти уровни я уже не могу пройти. Слишком это сложно. Ну ладно, неплохой мод. Давайте поставим плюсик. Но все-таки над ним бы еще поработать. Над ним бы еще поработать. Ладно, давайте посмотрим, что у нас еще есть по модам. Как достать соседа? Лео Макс какой-то, блин. Посмотрим, давайте, что это у нас такое. Дмитрий Евтеев сделал этот мод у нас. И тут только одна серия. Искусство пакости. Пятница. Сосед смотрит телевизор, но по телевизору. Ничего еще. Ничего еще и раздельно написано. Интересного нет, поэтому сосед пытается что-то найти интересное, не отвлекаясь на ничего. Мужик, тебя русскому языку учили? А? После дел. Почему с большой буквы дел? С телевизором. Сосед идет смотреть в окно и боясь того... Того, блин, что кто-то увидит. Увидит, блин. Как сосед смотрит в окно на телку. На телку, ё-моё. Поэтому тоже раздельно написано. Наш сосед закрыл дверь на кухню. И все то же самое. А Вуди решает вспомнить угар над соседом. И идет... Мстить за действия соседа. Дмитрий Евтеев, тебя русскому языку учили, а? Почему здесь так много орфографических ошибок, а? Мне что-то даже кажется, что они тут сделаны нарочно. Ну как может быть так много ошибок, а? Короче, давайте посмотрим, что у нас тут. Хотя, если они тут нарочно сделаны, то с какой целью? О, благодарю за ссылку. Отсылочки радуют всегда. Ё-моё, какой-то здоровенный бинокль с какой-то фиолетовой фигнёй над ним. Ух, блин. Нет? А, точно. Передушка еще есть. Ну что так долго? Куда пошел? А как я должен попасть туда, интересно? Плоскогубцы надо на телеантенну. Так я и без... Или я их уже использовал? Они просто исчезли из инвентаря. Зачем нам бинокль, интересно? И вообще, как на кухню пробраться? Если дверь туда закрыта, как я должен попасть туда? Туда мне не пройти, ну да. Ну как я должен туда попасть? Извините меня, но это ж невозможно. Это невозможно.
Невозможно. Невозможно туда попасть никак. Ой, блин. Ну что такое? Зачем тут закрыли двери? Из-за этого же теперь невозможно это пройти. Ой, блин. Нафиг надо это вообще, я не понимаю. Ну, я сделал две пакости. Но этот куда? Какая третья? Ну, бинокль сюда нельзя поставить. Можно вообще холодильник открыть и яйцо заставить. Ну как попасть на кухню-то? Ну никак туда не попасть. Вот. Ну то есть можно типа попасть туда, пока он в окно что ли смотрит или что? Давайте попробуем. Ну явно не это, не во время кресла. Пока он сидит в кресле. Ну нет же. Ну давайте попробуем. Ну мне кажется, ну я почти уверен, что нет. Ну конечно нет. Ну что вы шутите-то надо мной? Да. Ну, в общем, сделали непроходимый уровень, и поэтому этому моду я ставлю минус. Зачем делать мод, в котором нельзя пройти уровень? Если его можно пройти, то напиши как, но я ни до одного способа не догадываюсь. Ладно, у нас еще модик есть, давайте посмотрим. Этот мод называется «Когда соседа обновление версия 2.0». Я сначала подумал, что чувак обновил обычный «Когда соседа», но нет. Это какая-то модификация, в которой я выключу музыку, потому что на наличие авторских прав я не уверен. Даня Москвин сделал этот мод, короче. И, в общем, такие вот картинки. Еще раз спасибо за отсылку. И три уровня здесь. Apple Pie, UTV экрана и сделал гадость сердцу радости является третьим, а не первым. У ТВ экрана подсказка для прохожда. Следите за тем, о чем думает сосед. Ну, это понятно. О, господи. Ну и что здесь? По-моему, это обычный этот, когда сосед. А, подождите, нет. Тут другие предметы. Ключ на 10. Пила 2.0. Пиво, слабительное пиво. А почему уже заранее заготовленное пиво лежит в холодильнике? Неужели соседу надо было слабительное самому туда подложить? Впрочем, слабительное я вижу и отдельно. Ну, ключ по-любому на антенну ставится. Короче, ничего этот мод интересного из себя не представляет, только заменили предмет. А пакости даже не поменялись. О, нифига. Открыть шкаф. В нем он такой, как будто в нем лежит что-то. Тапок. И для чего он нужен? Спрятаться в него нельзя, в него можно достать старый, воняющий, отвратительно воняющий тапок. Huh?
Кстати, напоминаю, дорогие друзья, что уже совсем скоро, 20 июня, «Как достать соседа», первой части оригинальной, исполняется 20 лет. И, конечно же, я буду проводить, так сказать, так называемый марафон в честь этого. Буду перепроходить оригинальный первый «Как достать соседа», буду перепроходить второй «Как достать соседа», буду перепроходить консольную версию, да даже DS-версию, наверное, тоже пройду полностью. Почему бы не давать разные версии проходить? Насчет Android-версии не знаю. Хотя, может быть, и почему бы нет, тоже надо, наверное, запопробовать. И, ну и эти, Neighbors Back From Hell, наверное, надо тоже перепройти. Короче, блин, все части надо перепройти. Ну и стримануть, наверное, тоже следует. Apple Pie. Уровень на английском языке написан. Название... блин. Название на английском, короче, написано. Что может быть лучше Apple Pie? Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь. Но если как следует приспичить, забудешь даже про Apple Pie. И сосед стримглав мчится в ванну. Вуди остается только ловить момент. Должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Где-то мы такое уже слышали. Понятно. Сегодня, кстати. Причем слышали. Так, глюк сработал. Мы не видим проценты и не будем видеть пакости. Все, вот. Во второй раз глюк не сработал. Это может заменить пену. А это... это типа несколькими способами можно осуществить пакость. А это что? ТНТ — это взрывчатка, но куда ее применить-то? Я что-то не уверен, что она вообще нужна будет. А, ну типа она уже взорвалась. Ну блин, ну это неинтересно. Просто заменили эти предметы, ничего больше. А где сосед? А я даже не успеваю никуда уйти. Ну-ка, давайте еще раз. Да это невозможно. Ладно, в общем, это тоже плохой мод. Тоже минус. И давайте на этом предлагаю закончить. Всем спасибо за просмотр, с вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.